Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Струскан оказался замешан в новом секс-скандале. 64-летний француз предстанет перед судом по делу о проституции и сутенерстве. Струскан является одним из фигурантов так называемого «Карлтонского дела» по названию «Гостиница в городе Лиль». По данным следствия, там политик посещал вечеринки с участием девочек по вызову. Бывший глава МВФ ранее признавал, что действительно бывал в отеле «Карлтон», но, по его словам, не знал, что присутствовавшие там женщины были проститутками. Тем не менее, ему предъявлены обвинения в связях с преступной группировкой и причастности к сутенерству. Максимальное наказание, которое предусматривается по закону за эти статьи, составляет 10 лет тюремного заключения и штраф в 1,5 миллиона евро. Напомню, это уже не первый секс-скандал с участием Струскана. В мае 2011 года его задержали в Нью-Йорке по заявлению горничной гостиницы «Софитель», обвинившей известного политика в попытке изнасилования. Впоследствии женщина признала, что оклеветала его, но затем Струскану все же пришлось заключить с ней соглашение о выплате ей компенсации и отказаться от участия в гонке за место президента Франции.